саду у дяди Вани, у дяди Вани. Поспели вишни, а дядя Ваня с тетей Груней нынче в бане. А мы с тобою погулять как будто вышли. А это конфликт. Так Саша не хотел бухать. Очень плохо. Нельзя так делать. Нельзя так нападать на человека. Это человек беспредельщик. Химик. Он может быть на астероидах, на пельменях. Пьяный. Это предательство в первую очередь. Предательство. Были бы мозги, было бы сотрясение. Тебе надо восстанавливаться, поверь мне. В детстве много скорлупки съел, так что голова — это броня. Посмотри на свое лицо, у тебя же мясо на лице. Давай, ты чего на турнир начать, нормально все. Тут на лицо попытка убийства, 105-я через 30-ю. В любом случае, Александр не прав. Федь, мы тебя уважаем, но извини, мы твоего брата вытаскивать не будем, помогать ему не будем, потому что это подлец, преступник. Он не виноват. Его отравил колдун Алкамор. Ты кто, Меня зовут Владимир. Я возглавляю силы повстанцев. И хочу, чтобы вы помогли нам свергнуть короля. А взамен я помогу найти воинов школы Шторм. Только они способны помочь вашему другу. Его еще можно спасти. Я бы с удовольствием подсобил Александру Емельяненко. К тому же канцлер Нордхейма уже назначил за вашу голову награду, объявив вас врагами государства. Не был я врагом, но теперь придется стать. Придется там референдум провести по восстановлению русской власти. Вообще не вопрос, я готов. Я так и думал. А теперь поспешим. Нам нужно найти вашего друга, пока он не натворил дел. Но я не могу остаться в стороне, как сильный человек. И ты говоришь, тебе нечем заняться. Да просто если не я, то кто? А что с ним-то? Я считаю, что человек, у которого 3 шестерки на кого-то на лице, ну как это можно нормально воспринимать? Такие вот типчики непонятные, там, поют там всякие песни. И потом дети вырастают вот просто непонятно в кого. Дабл трек сразу же. Желание тебя убить растет в геометрической прогрессии. Ты один из тех, кто думает, что меня слушают только школьники. Я же самый популярный. Жду, жду, жду. Не дождусь. Класс. Все работает. Я сквозь вижу человека, когда он уже катится вниз. Тимон пьяный, не как ущерский. Мы вот
видите, какой шлак клеится к чистоте, к прекрасному человеку. А Саша добрый парень такой же, как я. Если ты реально сильный человек, если ты реально чистый человек, попробуй передать им свою чистоту. Крыса. Крыса помойная. Татаров, ты проститутка. Боролся с зеленым змеем, но победить так и не удалось. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Доброй ночи. Здрасте, здрасте, люди добрые. Саша, я очень рад тебя видеть. Как вообще проводил время? Да никак, бездельничал. Бездельничал. Да осторожней. Алкоят еще не до конца покинул его. Сейчас все, алкоголь под запретом. Табу. Посмотрите на его лицо. Впервые вижу, чтобы не сработал святой рассол. Я считаю, может случиться рецидив. Ты алкоголь в прошлом. Давно я не выпиваю. О, держусь. И меня самое главное, что не тянет к алкоголю. Смотри, однозначно нельзя поощрять его поведение. Это точно. Мне кажется, что он уже как будто бы сам кайфует от этой всей ситуации, что вот, ну, он вот сделал какую-нибудь там дурь прогнал там, и все так, ну Саня, ну и Саня же, ну и Саня, ну и хорошо. А так он человек, я все же таки думаю, он хороший мужик, хороший человек. Просто со своими слабостями, со своими недостатками, которые касаются порой не только его, но и окружающих. Получил свое наказание, значит все, вопрос закрыт, забыли. Спасибо. Для любого народа такой гражданин позор. Ты какой-то безмозглый. Я сейчас вырву. Почему нельзя спеть что-то положительное? А? Саша, газуй, я рядом. С рэпчиком идет, с рэпчиком уйдет. Ну, рассказывай, какие новости в моем королевстве. Колдун Алкамор продолжает травить людей. Это я знаю. К нашим берегам причалил Даркар с воинами. К ним присоединяются местные жители. Их число растет, и они движутся в сторону Нордхейма. Почему? Их еще не перевешали. Это лучшие воины со всей Хабарии. Каждый из них – легенда, и среди них непобежденный чемпион Хабиб. Хабиб? Что ж, чтобы победить легенду, нам тоже нужна легенда. Привезти ко мне Ирлашку, как там его, Макряк, ваше сиятельство. Точно, Макряк. Мы его из таверны вытащили. Избивал какого-то старика. A cup, just a few sips. But I have to taste it, mate. It is the finest man-made Irish whiskey. Proper Irish whiskey from a proper Irish... Сэр Макряк уже пару месяцев пребывает в романтическом настроении. Такая легенда нам не нужна. Увести его и отрубите голову. Вставай, ублюдок. Shut your mouth. Never speak about me. Ever in your life. Watch yourself around me. Because you'll be out of here quick. I am in a war state of mind. That's how I'm getting ready. Every training session is a war zone. Это хорошо. Начинай тренироваться. Только запомни, не пить. Никого не бить и не развратничать. Я одинокий бродяга, любви Казанова.
Alpha 12. Proper Irish whiskey from a proper Irish... Стой! Все пропало! Мокряк отравлен! Он здесь! Охрана! Защищать короля! Are you disrespecting your president Vladimir Putin? Да здравствует новый король! Горячая. Ему бы еще чуток поджариться. Горячая, сырым не бывает. Мясо – это вкусняшка. Сырое, горелое, какая разница? Я к тебе по делу. Разведка доложила, что к нам приближается армия обращенных солдат. Даже с вашей помощью нам не победить в грядущей битве. Мне нужен великий герой, способный проникнуть в замок Володимора и убить колдуна. Пора уже всем там пизды дать, чтоб людей не травили. Это будет непросто. Колдун очень могуч и коварен, и попытается отравить тебя своим ядом. Я живучий. У меня советские прививки. От любой заразы помогают. Я понимаю, что посылаю тебя на верную смерть, но другого способа победить у нас нет. Только опрокинув гору, можно стать великим. Очень много. Все, парни, не дрейфьте. Токтаров с вами. Смерть не страшна, страшна жизнь в неволе. Главное остаться навечно, чтобы о тебе помнили твои потомки. Sorry, I'm late. I just don't give a fuck. Новый король пришел. Ни шагу назад. Лоб, лоб и кость в кость. Я